Я тут снимаю, как Юля снимает. И что она тут готовит? Чуть-чуть можно заглянуть. Ух ты. Ну-ка. Красавчик. Только не торопись. Куда посадить? Для мамы. Ну, тут пока тренируй. Ну-ка, давай, давай до конца. Я на лодке. Давай. Как это там? Пол это лава. Я на лодке. Давай, Марик, равновесие держи, как ты. Первый раз. Не торопись. Да, у тебя да. Это лодка. И не отвлекайся. Теперь сосредоточься и держи равновесие. Ну, я на лодке. Да, Марик. Потом будешь смотреть на себя, думаешь, блин, что я не сделал. Во. Я на лодке. Я в домике. Нет. Я еще домик. Где что, по-моему? Ты меня бабули. Как? Мама, отведи меня бабули. Сама, Мартуся, давай. Марик, это пицца называют. Как кольцо не закрытое. Мама. Ну давай, кушай и пойдем. Покажи, как ты кушаешь. Молодец. А мне даже очень вкусно. Отведи меня, мам! Марта, ну-ка покажись, она с сумочкой? Она с рюкзачком черным. Нет, я хочу с сумочкой на тебя посмотреть. Ку-ку! Вот она! Хорошая моя. Посмотри, я там картошку делаю. Молодец, Вовка. Ну-ка, где... а Вова, найди Марту, где Марта? Пошла, где докормить? А ку-ку! Яйцо спасло яйцо? Ага. Прикольно. Бакуган спас бакугана? Да. Вот она! А если двойной пап? С рюкзачком. Я вас хочу. На хуй выходит! Пап на бой! Давай! Вы когда почти все съели, я решила поснимать. Нет, она почему-то другие заказывает. Тем более какой-то вкусный орех. А надо такой сырный, чтобы вкусный. Что, ты сыр попробовал? Нет, еще. А я кашу. На, вот. Ешь, 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 ешь. Я с фасоль пробовал. Это как это, чизкейк. Да, ну, как, можно, кстати, чизкейк делать из такого, по идее. Естественно, все можно. Я планирую там делать сметану на основе кеши и сделать галаретку, которая моего детства. Я, короче, все это планирую. Если бы кто-нибудь прям с Марком тусил, я бы все это сделала. Че, понравился, сэр? А ты в садик его не хочешь? У нас сильно нельзя хвалить чужую еду. Да. Поэтому Савель помалкивает. Вот так. Вот теперь она сумочку имеет. Ты туда что, малышек складываешь? Хорошенькая. Ну-ка пройдись с этой красивой сумочкой. С этим клатчиком. Покажи свое платьице мне, ну-ка. Вот так. С юбочкой, да. С сумочкой. Язык-то зачем вытаскивать? Вот, молодец. Ты позируешь мне? Красота. Красота. Ню. Это ты, девочка Вензли? А? Клим развлекает всех детей. Тетя Юля боится, что вы испортите ребенка. Он никогда в жизни этого не видел и не играл. Нет, ну, мы виноваты вообще, я не знаю. Я играю на компьютере в эту игру. Ой, точнее, я играю на планшете в эту игру. Ты че, Гача? А, ну все тогда. Я тоже поиграю. Вот эти вот меня бесят. Мартуся, вытащи изо рта каку. Такие милашки на ручке, он ее держит, котик. И вот тут смузи на носу. Нет. Давайте. Стоп. Молодец. У-ху, молодцы. Ну, Марта так быстро точно не сможет. Ты супер быстрый.
Ой, стопэ. Можно идти. Ой, Марта, Марта. Может, по дороге пойдешь по прямой, Мартуся? Я так монтирую. Вот подвинь. Что сделать? Подвинься. Как это? Тут нету места. Здесь только одно сидячее место. Как я могу подвинуться? Куда мне двигаться? Мама. А, можете с бабей Лизой сходить? Там папа пошел за бананами. Все, идите с него спрашивать. Блин, Марта. Ну ты видишь, ты меня отвлекаешь. Я долго буду. Мы сейчас, смотри. Я сделаю дело, и мы пойдем гулять. Хочешь? Хочу. Все, тогда иди. Любимая еда на все времена. Нет, моя. Мне начинается сальный кабачок. Ой, сальный батат. Ух ты. Запеченный батат, да? Да, картошку с бататом. У нас тут на район почему-то не привозят батат. На зеленом можно будет взять. Я не убью батат. А ты не пробовала его, наверное. Да, не пробовала. Я тоже. Ты его полюбишь, он сладкий. Это сладкая картошка, прикинь. Я тоже. Мы приехали в город. Я очень долго думала и решила, что надо нам по Арбату погулять, по Панфилово. Надеюсь, меня никто не осудит местные, что я там не туда сводила человека. Вот такие красивые. У нас таких нет, говорю, в Алмате. Все аж оглядываются на такую красивую Юлю. Она так красивая. Мы тут друг друга нахваливаем. Смотрите. Вот здесь вот. Я даже не видела, что здесь такой рисунок. Это, наверное, недавно нарисовали. Это получается. Так вот надо снимать. Вот. Это мы сейчас будем переходить улицу и попадем на Арбат. Кстати, очень много зрителей, кто уехали давно с Алматы, просят, поснимайте Алмату, давно не видели. Вот мы переходим дорогу. Но мне вечно некогда это делать. Я вообще поняла, что очень мало снимаю. Лично не до камеры. Ой, мало контента у нас с Юлей будет. Пойдем, что, в Вайкики зайдешь, посмотришь, что это за Вайкики. Ты не знала, да, такого бренда? Да. Мы пойдем в H&M, сейчас россияне меня поймут. Я бы с удовольствием в Икею бы сходила, в Кияве, обязательно в H&M. Мам! У тебя на лбу мошка. Все, уже нет. Короче, Катя меня ведет в какой-то аналог H&M, более выгодный. Сейчас вам скажу. Мам! Что, Вов? Там же есть кино. Да, да, вы туда в кино ходите с папой. Ты идешь, и тут кино там. Все, у тебя память отлично. Вов, откуда ты все это помнишь? Реально, они так все помнят. Марк тоже. Вот, Марк. Ну-ка. Да. Тебе понравился этот костюм? Да. А мне этот ты моя хорошая. Какой? Ух ты. Вов, так у тебя же есть. У тебя вещей очень много. Мы сегодня ничего не покупаем. Мама, и вот этот мне понравился. Со скидками. Идите, Вов. Мам, и вот этот. Ой, Марта, красиво. Ну, у тебя вот наподобие кофточка такая же. Еще даже лучше. Мама, я хочу такую. Вов, нет. И что ты думаешь, лучше станешь? Вот я бы вот такой. Смотри, как красиво вот такое носить. Простые вещи, без всяких лейблов и рисунков. Я люблю с рисунками. Да, похожее платье у тебя есть. Угу. Ой, Вов, такая у тебя есть наподобие. Да, похожая. Ой, да, Вов, хватит уже. Просто смотрим, тетя Юля хочет Марку посмотреть. Вот видишь, что ты, я люблю такие с матнёй, чтобы были здесь широкие, здесь заужались. Но они уж нормальные. Мама, а вот это мама жмёт. Вов, ну, 8 тысяч пока. Пожалуйста. Вов, нет, 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 ты что, шмоточник, что ли? И смотри, единственная пара, единственная. Я пойду посмотрю, может, есть скидки какие-то. Ну, сейчас, по-моему, не сезон скидок. Марта пропала. Мартуся. Вот она.
Марта, ну так не надо делать. Ты можешь свалить какой-нибудь стенд на себя. Да, классно. Я вот люблю такие простые базовые вещи. Я с удовольствием бы взял. Я, знаешь, вот Клима вот так вот наряжала, а сейчас с Вовкой вообще расслабилась. Что он сам хочет, вот как бомжик одет. И ему хорошо. Ну, мне расставляют эстетически. А Вовка у меня вот Клим скини джинс, там все дела у меня на стиле был. Ходит в таком, это значит, я ему купила. Uh-huh. А если вот в таком, значит, кто-то отдал. Ясно. А у нас Вова такой любит как раз-таки. Вот такое? Вот он сейчас же умоляет меня, чтобы я то купила. Вов, это не твой размер, она тебе маленькая. Нет. Мой. Ну что ты туда залезла, обезьянка? Вот Марта ничего не просит, она молодец. Иди сюда. Ей куклу за 600 тенге бабуля купила, она рада. А. И куда ты в них пойдешь? Никуда. Ну и вот. Да ты ножки переломаешь. Пойдем, садись. Причесать бы ее. Ну-ка, Марк, как папа, тебе нравится? Я все ждала, когда он пиздит на щечку. Ой, молодец. Как будто котик трёт. Вау. Это, да, красивый, но большие тебе. И Вовка туда же. Котик. Хорошо, обязательно. Договорились. Да. Ну вот платье 2000 тенге вообще. Отличная цена. Красиво. Мама, а вот это дать тебе? Да. Это уже маленькие тебе. Не, ну вы совсем уже придумали. Зеркало первый раз увидели? Ага. Хорошки. Мне понравились вот такие вот сумочки, смотрите. Просто сделаны из джинс. Очень круто. Смотрите. Прям классные. Я бы такую носила. Вот, крутая. И рюкзак, смотрите. Кайфовый. Мама! Сумка такая. Ни у кого такой нет. И сколько сумка такая? Вот это 15. Ага. Не трогайте руками. Сейчас поругают вас. Во, Марк, нельзя. Сегодня как раз вот праздник, ярмарка здесь. Много всего интересного, честно. Такие штуки особенно можно достаточно недорого купить. Мне такие нравятся. Смотри, ваши эти традиционные. Да. Как-то. Ну, что-то похожее, да, не знаю. Интересное. Сколько такое стоит? 500. Это Милане ты хочешь, да? Нет, я покупаю каждый год одну игрушку необычную. А-а-а. Ну, если да. Если бы она еще блестела. Вот такую красивую. Ну, если бы другие были, я бы другую, может, выбрала. Но вот этот мне не нравится. Ну, она из глины может разбиться. Может. Да. Не довезут? Ну, в коробочку какую-нибудь положим. Угу. А за 2000 дадите? Может, за 1500? Нет, нет, за 1500 не могу. Это ручная работа, специально вырезает. Все, можешь бежать на площадку. Ты же знаешь, где она. Ну тебе не вау, а мне вау. Я вот говорю Юле, сфоткай. Дом какой красивый. Даже я вот прям в восторге. Не обращала внимания на него. Ну это прям старинный такой. Ну ладно, let's go. Какое-то интересное мероприятие. Это бесплатно? Мы тут сидим, кайфуем, пока Марта спит. Дети наши лазят. Где Вова? Вон он. Вырежу это. Юля тут фотки постит. Я, кстати, фоткала. Да, вот, зацените. Я читаю Кате комментарии, которые ей пишут. А то и хейтеры только пишут. А я читаю, что ее любят. И пишут ей хорошие комментарии. Радую. Не верю. Есть нормальные люди. Ну, покажи хоть один. Оно, смотри, будет вот так. О.
Ну, спасибо, приятно, приятно. Так, пишите, пишите. Девочки, мальчики, кто хороший комментарий хотят оставлять, мне кажется, они молчат, а пишут это. Да. Пишите почаще, приятно. Да. Слушайте. Вот тут все. Я люблю вообще здесь погулять, это моя любимая улица. Атмосфера местная, все такое родное. Тут, кстати, раньше была классная кафешка. Буррито были, блин, какие вкусные, просто нереально, я обожала сюда ходить. Закрыли. Не веганские? Там и веганские были, ну там всякие были. Ну прикинь, буррито там с фасолью, с тофу можно было намешать, такую вкуснятину. То есть ты сам выбираешь, что тебе хотелось. И что, закрыли, все нормально? Да. Я не знаю, хотя у них я заходила, в очереди стояла, не знаю, почему закрыли. Но меня сегодня Катя повезет в какую-то пиццерию. Нет, ну это веганское кафе. Единственное у нас в Алма-Ате. Ты будешь срываться со мной? Не, ну буду, да, что-нибудь там с ним. Я вот тофники бы поела. Мы упадем в глютеновую яму, да? Да, да. Обязательно. Катя держится, но я ее хочу на сторону зла. Нет, я нормальная в этом плане. Если есть что попробовать, я же твои макароны ела, ела пиццу, ела, ела. Так что все нормально, я без фанатизма. Марик, а ты умеешь улыбаться? Вовка, она Рика улыбается, да, Дениса? Красавица. Есть кого, короче. Что так должна быть? Он же с мамой растет. Вот мы в юбилейный пришли. Тут что-нибудь посмотреть. Вов, нет, даже не мечтай. Знаешь, из чего это сделано? Из перемолотых костей животных с сахаром. И вот он. Юля нашла, вот, говорит, мои любимые чашечки. Ну, мне такое нравится, да. Но сейчас у меня очень много всего. Я хочу только тофу. Ну, и вас чуть-чуть подъем. А что за тофу? Рамен был вкусный. Рамен? Не заказывали. Не... Мы заказывали до этого. Нет. Пробовали. Этот, помнишь, с Максом мы пробовали? Не стучи по мне. Я слышу тебя хорошо. Вот стул возьми и сюда сядь. Буду все идеально, вообще шикарно. А можно такой видео? Папа, я тебя сейчас съем. Ну, что ж, я тоже тебя могу съесть. Волосы попробовал, но... Ты пробовал пасту с фрикадельфи? Да, пробовали. Вкусно. Вкусно, вкусно, очень вкусно. У Юли тут первые хейтеры объявились. Первые хейтеры? Вот, да. Ой, да. Ладно. И она вот блокирует. Это от Кати, да? Ага. Чё, как зашёл? Сюда, смотрите, смотрите. Вау. Грибная пицца. Она супер сливочная. Каенка. Вот этой понравилось тебе? Отлично. Марте понравился Цезарь. Ну, короче, в Ялте заказали блюд 15, наверное, я не наелась. Да ты чё? Для меня, чтобы ты понимала, масло. Значит, ты у нас дома вообще голодаешь. А, кстати, вот я заметила, дома мне практически ничего не хочется есть, хотя у меня дома хочется. Ага. Может, потому что я в компании нахожусь. Это вообще Санина любимое место, да? Больше никуда и не хочется ходить. Хочется. Больше меня любит. Особенно как головок. У вас не веганское. У нас здесь все веганское. Сыр? Давай, давай, я тебе помогу. А кто еще пиццу? Давай, Марта просила. Вот, смотрите, какая она супер сливочная, супер кайфовая. Для Марты кусочек. Тебе пицца понравилась? Да, понравилось. Мы, короче, сегодня сказали, что хотим пойти в веган-кафе. Самиль не смог пропустить это событие. И приехал тоже. Даже пришлось нас отвезти. Ага. Давай. Да. За встречу, за такой классный день. За время, которое у нас вместе с тобой проводим. Я надеюсь, что это не последний раз, оно будет повторяться. Ура, Матуся, давай, Матуся. Нет, давай. Стукайся. Где у тебя стакан? Вот так. Сейчас Марик. А давай ему талию просто. Давай. Давай. Папа. Опа. Вовка нам тут подкрывает под нос. Давай. Марик,
каким Новым годом? А что, ты еще взял лапочку? Подожди, Марта, что там у Юли ты видела? Крутая лодка. Где? Ну, на спине. Да ты че? Жопка. А первый раз, когда она увидела, она говорит мне: мама, у нее маникюр на спине. Ой, я поржала. А сейчас уже поняла, что она что-то не то сказала. Мам, тут вот Юля на радостях пришла в H&M, а тут, оказывается, цены в два раза дороже. Ну, смотри, прикольное платье, я бы такое носила. А ты? Ни за что. Не знаю, мне кажется, он прикольный будет, смотри. Может, оно будет прикольно, но я бы... 12 тысяч тенге. Ну, на какой-то праздник. У тебя необычный... Вообще, не на какой-то... А, ну, я представляю, что у тебя необычный вкус. Это вот ты как Алина, моя Женька. Вы представляете, я вообще в шоке. Я тоже чувствую, что цены в H&M дороже. Мы сейчас спросили продавца. Оказывается, раньше вещи возили через... Москву, а сейчас через Польшу, и поэтому в три раза подорожал H&M. И народу вообще здесь нет, хотя сегодня выходной. Такое ей тоже не нравится. Вот мне интересно, что тебе понравилось? Покажи отсюда мне вещь, которую... вообще ничего. Ну вот, я одета в H&M. Ну да. Остатки роскоши. Роскоши былой. Ага. Жизнь былой, блин. Будет что вспомнить, как жили мы раньше. Классик. А где вот раньше носки, трусы на кассе вот, были? Надо, как не классика, а база. Да. Штинген, ну нормально еще. Может, это старое. Вот такое бы тебе понравилось, да? Нет. Не знаю, короче.